Мы находимся на заводе компании «Инженер Росси», недалеко от Милана. Вот за моей спиной одна из частей конструкции выпарной установки. Ее производительность 44 тонны в час воды выпаривает. Вот посмотрите, что она себя представляет. Это только одна часть этой установки. Нержавеющая сталь всегда приходит покрытая защитной пленкой. Она будет демонтирована после установки оборудования. Вот еще часть выпарной установки, которая есть. Видео позволяет перенести нас из производственных мощностей компании «Инженер Росси» на уже действующее предприятие одного из мировых лидеров, компания, которая построила в Турции завод по производству соков. В данном случае мы видим это же изделие, это тонкопленочный одноходовой такой выпарной аппарат или испаритель с падающей пленкой, который разработан компанией. Он специально используется для концентрирования всех термочувствительных продуктов, имеющих вязкость от низкой до умеренной и мало склонных к загрязнению. Ну вот, это основные фруктовые чистые соки, такие как яблочные, апельсиновые, лимонные, там виноградные можно использовать, там гранатовые и так далее. Ну и еще применяется для концентрирования молока и сыворотки. Ну, какие основные особенности? Это конструкция, что она себя представляет? Внутри большое количество труб мелкого диаметра по всей длине варены. В одних трубах протекает продукт и образуется как бы пленка, да, то есть он течет в таком потоке, чтобы был не поток струи, а пленка образовывалась, и подается пар в противоток через трубы. Соответственно, нагрев происходит очень плавный, очень деликатный. Коэффициент теплопередачи, ну, очень хороший, потому что большая поверхность соприкосновения, очень большая экономия электроэнергии, или вообще энергии, так называемой, не электроэнергии, а энергии, потому что там используется пар. Очень быстро включается, отключается эта вся система, ну, проста в эксплуатации, в управлении. И, ну, позволяет очень работать чувствительно с продуктом. Ну, поэтому имеет такое и широкое применение и на таких предприятиях по производству соков, и не только соков и пюре. Дальше у нас был визит. Вот асептический танк на заводе «Инженер Росси». Пастеризатор труба в трубе сконструирован для вязких продуктов с высоким содержанием сахара, позволяет работать при высоких температурах, не допуская карамелизации продукта и подгорания. Вот эта труба в трубе – это внутренняя часть, а внешняя только что показал на видео. Обязательные визиты при посещении заводов-производителей оборудования на действующие предприятия, на которых установлено оборудование. В данном случае мы были на заводе по производству натурального и концентрированного пюре. Производительность по натуральному пюре 5 тонн в час на выходе. Предприятие находилось на профилактических работах в ожидании сезона. Ну, кстати, это очень удобно посмотреть внимательно и детально оборудование. Вот посмотрели, какие там сито устанавливаются, какая перфорация. Это турбоэкстракторы, которые двухступенчатые перемалывают продукты. Варианты сит, которые могут применяться. И размерность ячеек, которые выходят. То есть была возможность, как говорится, залезть на самые дальние точки, подняться на все высоты. Оборудование находится, как я сказал, в сервисном обслуживании, поэтому был допуск к любым частям и агрегатам, что в принципе невозможно в работающих условиях. Наверное, это интересная тема и для нашего рынка, потому что количество садов развивается, объемы урожая растут, и не хватает для B2B сегмента продукции в виде пюре, натурального или концентрированного, если какие-то планируются поставки в дальние точки не только нашей страны, но и за рубеж. Предприятие понравилось, оно не было сверх таким сложным. Обязательное условие было, мы протестировали готовую продукцию вот, из асептического розлива в бочках. Нам достали немного упаковок, попробовали пюре. Ну, конечно, характеристики вкусовые
параметры на высочайшем уровне находятся. Ну, прилагаем такую небольшую схемку типового предприятия по производству пюре. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь в компанию Русбана, мы окажем вам содействие.